Однако пока доверие подрывается, в том числе действиями Запада по созданию в обход ООН подконтрольных ему узких форматов для решения судьбоносных вопросов, таких как управление интернетом или определение правовых рамок использования технологий искусственного интеллекта. А ведь эти проблемы затрагивают будущее всего человечества, и рассматривать их необходимо на универсальной основе, без дискриминации и стремления добиться односторонних преимуществ. То есть надо договариваться по-честному, с участием всех членов ООН, а не так, как готовился так называемый пакт во имя будущего, без единого пленарного раунда переговоров, на котором присутствовали бы все страны, а вместо этого работа велась под контролем западных манипуляторов.